Слушай, Ванош, кто такой за бандюка тут сидит, а? Этот, наверное, будет наш, да? Алкоголь, пьянчуга, смотри, с кем ты связался, а? Таких бандитов, слушай, Кавказ резать надо. Шашлык делать с них кусками, да? Конечно, чеченская война, я не... Смотри, сколько пьют, поразит. В Афганистане я воевал, как положено. А потом, конечно, жизнь была тяжелая у меня. Гитара, ансамбль, потом звона. 17 лет мне присутствовал. Ну дали где? А племянник приехал, снимает меня. Да, слушай, гуляю ему. Слушай, он, наверное, не совсем, наверное, нормальный. Смотри, участник Отечественной войны. Такого бить не может, да? С кем, интересно, он воевал, а? Наверное. С талибанами не пришлось, с талибами. Но с душманами повевать пришлось. Ни одного я убил. Сам лично 18 человек зарезал лично. Сам. Тяжелая моя судьба. Мой племянник вот смотрит на меня, думает, я тут гуляю. Я просто решил отдохнуть. Я только недавно от зоны откинулся. Ну, гитара у меня всегда была с собой. В свои времена даже мы стоим, ну, сидели, корефанили. Ну, в подвале там котельни, песни пели вместе. Все было. Вы сами видите, ребята, ну, друзья твои, Сережа, домой не поверят, но пусть приедут. Я приеду, говорю. Я приеду обязательно. Все время не было. Там война, там. Зрение у меня плохое, левый глаз ничего не видит. Но я еще хорошо вижу. А водки у меня еще много. А ты еще выпил. Сейчас подельники должны, Серега, а ты не обижайся, ты не бойся. Нормально, мужики. А на гитаре я могу тоже спасать немножко. Правда, палец у меня вчера идут. Немножко покосился, распить. Написала Зой ко мне письмо, а в письме два слова не скучай. Мы расстались с Зойкою давно, а сейчас уже февраль встречай. И пускай не ходят поезда, забытый Богом уголок, разве не зовет моя беда? Не зовет нас северо-восток. Зойка, я завязать хотел не раз, Зойка, но камень мой всегда алмаз. Зойка, я не жалел, я не копил, Зойка, я как хотел, так я и жил. Вот. Ну еще немножко выпить. Сережа, ты не обращай внимания. Я уже немножко это все болтел. А у меня голова работает нормально. А вот. А это мне второй племянник вчера водки привез. Правда, она, наша полоская лучше вот. Она покрепче. Вот минералки запью до рыбы. Я четвертый день, Сережа, гуляю. Здесь ребят было полно, полный огород бегал. Какие-то
И левые гуляли здесь. Я не знаю. Наверное, скоро Сережа на Польшу свалил. Ребятами зовут, там большие дела у нас. Но я к тебе приеду, если не поймешь. Я там разберусь с местом. Знаешь, такие наколки на зоне не делают. Это надо пройти все. Это надо пройти все, все увидеть. Все попробовать. Это не шутки. Это заслужить надо. Доверие. Это мне паханы на волю дали. Вот, на, посмотри. У нас такие даже есть. Все отлично. На, а? Календарь мне на память. Вот повешу их на стенку. Будешь вспоминать зону. В самой страшной зоне я сидел. Строгого режима. Бывший лейтенант спецназа Ставка места. Ну, папа у тебя почти генерал. Ну, а я... Так вспоминаю слова своего друга Володи Высоцкого. И лишь молодая вдова верность мужу храня пожалела меня и с собой забрала. Ох, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что сели с обоими, помню, кто была и подруга при ней. Целовались на кухне мы с обоими. Вот дай, Сережа, дорогой. Три ранения, контузия, а в оконцовке я никто. Вот. Пацаны приодели меня, но я свои медали вот повесил. Правда, не все, остальные я не знаю, где они делают. Наверное, пока меня не было, мои друзья по сунюге пропили. Но я разберусь здесь со всеми. А тебе привет, ты меня забыть не будешь. Я буду там любого. Поверьте мне, 4 Афгана, 8 зоны. Папке не нравится, правильно? Ну, что сделаешь? А племянника я не забыл. И сигареты уже. Так, сколько у меня сейчас там? Раз, два, три. Эти я не люблю, это левый ЛМ. Это в Польше делают. А вот Польша это наша белорусская. Наша славянская, как президент Лукашенко, наша. Вот это все наше. Минеральная вода со скважины. Сейчас немножко хлебану. Вы с папкой уже сегодня уезжать будете, да? На вас провожу по всем правилам. Машины будут, все будет. Черных, белых не будет машин. Там немного еще есть на них. Ну, сам подумал, я 4 дня уже пью. Пойдем, а то брат может обидеться на нас.